Что это? Это моя фотография из зоопарка. Узнаешь? Так это ты? Ты Савелий Демидович? А ты адвокат комитета, против которого я сужусь. Значит, дорогие часы, кредитки, это все твое, да? Вот зачем нужна была эта фотография. Для твоей грязной статейки, да? Надо же, а. Ты с самого начала была подставой. Какой цинизм. А это уже оскорбление действием. Я тебе это припомню. И сколько тебе заплатили, а? Жди повестки в суд. Покупатель резиновых снеговиков. Ха-ха. Новый год он справлять не любит. Извращенец. Как ловко все продумал, а? Заблудилась в лесу, в трех соснах. Богатый дружок в ресторане, квартира для свиданий. А фотограф с чучелом в зоопарке тоже переодетый адвокат. Жди повестки в суд, адвокатская ищейка. Я привлеку тебя за промышленный шпионаж. Вот что.